Я с вами сижу. Договорились, хорошо? Насчет этой команды. Так, хорошая игра. Дальше. Thank you.
Ну не сестра жалуется. Если за тренировку пришел, он тебе говорит, например, сегодня отрабатываем какой-то. Нет,
все время разные делают. Надо постоянно что-то по одной, по другой, по одной, по другой. Дело не будет. Слушай, если ты как не будешь тренироваться, ты без всяких тренировок будешь играть прекрасно. Только кто может себе позволить? Долг или нет? Вот у меня чужие истории. А где сейчас вся социалистическая собственность? Ну, расскажи ка мне. Thank you.
А что делать? Мне только нырять. Ему все не поставишь, он все сделает. Шаров. Да, без проблем, давай. Все. Когда уже должно это давать?